Журналистские будни – это всегда не скучно. По долгу службы работники телевидения зачастую оказываются в невероятных ситуациях и обстоятельствах. Всегда готов – вот наш девиз. И неважно, нужно ли встать на пуанты, взять в руки каток или перевоплотиться в супергероя. Об усилиях команды профессионалов в следующей зарисовке. Иди и принеси мне новость. Есть. Паша, ну что, как будем стричься? Креативненько. Передайте маме, что я ее люблю. Я спрашиваю тебя, где сюжет? Где сюжет? Ну что ты молчишь? Артист. Дай. Сейчас. Коллегам отнесем. Жадина. Специально для программы. Больше, чем новости.